описать публичный случай, нелюбовная Елена Петровна. Прошу, Елена Петровна, огласить явку на публичное слушание. У нас всего участников 19, а жители района, которые имеют право голосовать, 13. 13? Да. Решением номер 16-145 о проведении публичных слушаний было принято Назаровским районным советом депутатов 30 июня 2022 года. Решением о проведении публичных слушаний проект решения о внесении изменений и дополнений в устав Назаровского муниципального района Красноярского края были опубликованы в газете дополнительной выпуске газеты «Советская пчелыня» 7-6 июля 2022 года. Срок, который был установлен для подачи предложений и замечаний по проекту решения в комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний, замечаний и предложений не поступило. Процедуры, предшествующие проведению публичных слушаний и предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, все соблюдены.